вы, солнышки? Смотрите, сегодня одела широкие брюки, как вы сказали. Ну, это я дома, это летние такие, знаете, мягкие такие, приятные такие. Видите, да? Вы не думайте, что я на вас... Вот смотрите, широкие. Но у меня есть и шире, конечно. Просто они такие легкие дома. А сверху такой, знаете, я, если бы, конечно, не снимала, я бы ничего бы не одела. Ну, впереди коротко, конечно. Так, одела бы нижнее белье. Сзади так чуть-чуть попу прикрывает, и все, ребята. Вот, одела я специально, потому что хочу сейчас готовить, ребята. Знаете, что хочешь есть в интернете, а, ребят? Вот какой хочешь рецепт? Тот день увидел, он меня просто заворожил, этот рецепт. Хочу попробовать. Не знаю, ребята, что получится. Но, как я вам говорю, я не умею, но я вас научу. Как-то вот так, ребята. Что для этого нужно? Сделаю чуть-чуть, а вдруг хутур-мутур выйдет. Потом ни вашим, ни нашим. Морковь. Сразу предупреждаю, что... Это у нас не такой канал, который там многие думают, да, что тут этот кулинарный. Нет, кулинарный. Это обычный канал для людей с душой, добротой, с хорошими пожеланиями. Понимаете, как-то вот так. Почистить надо морковь. Предварительно руки помыть, конечно, тоже надо. Я помыла их. Вот так. А это все, конечно, моим животным. Ребята, я сегодня тут отмачивала, столько яичек собрала. Видите, я вчера была в Мадриде. Они один раз поели, и все, больше я их не кормила, не успела, я же поздно пришла. Слушайте, диета, оказывается, дает свой результат. Может, и мне надо, а? Ой, ребята, конечно, надо. Что я тут, лукавлю, что ли? Да нет, конечно. А что я такой нарушаю? Да, конечно, надо, ребята. Ну, вот. У меня 7 пятниц на одну неделю. 7 пятниц. Сегодня одно, завтра другое. Ну, вот такой человек я, да? Сегодня все на пару, завтра все такое. Потом такой, конечно, а потом говорю, а почему? А вот поэтому... Потому что нехер в рот ставить то, что не нужно. А я ставлю, ребята. Но зато признаюсь. Вот. Две морковки, один лук. И кочан капусты. А кочан капусты какой должен быть, ребята? Какой найдете? Это у меня хороший. Вот, знаете, чтобы... Ну, на всякий случай, да? Мы его возьмем половину. Хочу сделать котлеты. Увидела на ютубе. Не знаю, она, конечно, их жарила, а я буду делать на пару. Но вы понимаете, слежу за своим здоровьем, слежу за собой. Короче, диетичка, если что. Так, это, знаете, что я сделаю? Даже моим ароматным. Вот так. А это мусор. Вот так. Потом я же всякую эту смотрю, да? И все мне хочется сготовить, ребята. Вот все мне хочется пробовать. Так, вот, наверное, сюда буду я его. А это сюда не поместится. 100% не поместится. Потом и это испачкаю, и то испачкаю. Наверное, вот сюда. У нее глубокая была миска. А у меня глубокая есть. Хоть очки я делаю, ничего не вижу. Ладно. Это делается просто, ребята. Сперва крошим лук мелко. Одну хорошую луковицу. Вот так. Насчет школы, ребята, что вы думаете? Оставила я своего мужа. Я сказала, у меня времени нету.
Он сказал, короче, ну подойдите чуть-чуть позже. Так, вот так. Лук. Это что-то большие куски получилось, да? Лук вот так мелко. Потому что это идет на обжарку. Лук и этот. И вот эту морковь. Так, подождите, дайте понтануться, ребята. Я не понтуюсь, но я понтанусь. У меня же есть такая штучка. Ой, вы что, ребята, я же... Вот так, аккуратно. Короче, мы выходили. Так, теперь это тоже вот так на это сделать. И сейчас просто... Ребята, я просто, знаете, девчата, для чего это все делаю, да? Ну, хочу с вами поболтать. Чего я буду одна? Ой, глазки уже плачут. Я очки одела, сухой ножик взяла. Надо было намочить. Говорят, что мочить надо нож. Вот тогда плакать не будешь. Ой, столько всего говорят. О, расплакалась я. Ой, в своей жизни столько наплакалась, а. Интересно, сколько у человека слез вообще? Ну, это, наверное, конечно, вырабатывается. Я же чуть что сразу. Ой, девчата, мне так быстро слезы выходят. Вот я очень эмоциональная. Два слова хороших скажет, я уже плачу. Два слова. Понимаете? Вот так. Вот это надо все обжарить на чуть-чуть растительном масле. Она туда сливочное взяла. Аллах, как я разрыдалась, ребята, как будто что-то... Ах, кошмар. Так, намочу руки. Сколько на земле все-таки добрых людей. Так, вы у меня тоже добрые. Давайте ставим лайки. Поддерживаем наш канал. Это же общий канал. Вы же не только меня поддерживаете, вы и себя поддерживаете. Знаете, что мы вместе все начинали, чтобы потом тыкать. Вот, можете спокойно говорить, и я подтвержду. Подтвержду. Короче, там этот, что да, это и твой канал, и мой канал, короче, это так, понимаете? Так что вот так, ребята, ставим лайки, подписываемся и желаем только хорошего. Ставлю на огонь, на средний, ребята, на средний огонь, чуть-чуть растительного масла. Но у меня оливковое. Поняли, да? Но совсем чуть-чуть, чтобы это просто поджарить. Вот так. Честное слово, если не получится, да, я ей вообще никогда негативные комментарии не пишу. Я ей напишу, обманула меня. Так, она на какой делала? Ну, наверное, она крупное сделала, да, крупное? Вот так. Ой, пошло туда-сюда. Сейчас писала Дианке где-то что-то. Она еще на границе была 8 часов утра. Сейчас уже 2:30. Так что надеюсь, что она уже заехала. На границе с Грузией была. Но они там отдохнуть, короче, остановились, потому что шофер, это ее родственник из Дагестана. Ну, с ее страны, да? С ее города, ребята. Конечно, он, наверное, ехал за ней тоже туда, в Грузию. И, конечно, наверное, тоже не спал. Вот так. Вот хоть бы получились бы эти котлеты. У нее они такие красивые были. На этом Ютубе только мне можно верить. И там пару еще, наверное, людям, но я их еще не знаю. Потому что одно сплошное вранье.
там одна то ли бисквит делала, и у нее он такой какой-то бисквит из киви, что ли. И она там показывает, как она делает. И есть люди, которые сделали вот прям именно по ее и говорит: зачем ты врешь? Ты краситель добавила, а она говорит, не добавила ничего, короче. Да. Краситель тут добавила. И у тебя вот поэтому такое. Вот без красителя у нас вот такой получился. Зачем ты обманываешь? Я уже сколько раз пробовала, такой мол, как цвет киви не получается. Так вот это сейчас мы обжарим сюда. Я чуть-чуть побольше сделаю, потому что и сыночку хочу. Это отнести. Потому что завтра не хочу готовить. Завтра Аллах плюс, если все нормально будет, печаток хочу глаза держать. Понимаете? Так, сейчас я меньше огонь сделаю. Девочки, очень важная информация. Вы у меня золотые. Честно. Вот если кто-то сомневается, пускай у меня спросит. Теперь вот эту капусточку надо тонко нашинковать. Но тонко, как говорится, тонко надо. А мы сделаем, как мы можем. Понимаете? А мы сделаем, как мы умеем. А, вы же мне подсказали. Когда ты это делаешь, да, чтобы она у тебя не скользила, тебе надо снизу чайяуху вот так, короче, поставить, да? Так, сейчас подождите, это все вот это возьму, все что есть, и сюда. Девочки, вам не сказали, вам электрическую нужно этот терку. Разве такое есть? Я впервые слышу. Может, вы имели в виду электрическую мясорубку? Ну, как всегда. Ребята, поздравляет меня моя родня. Я говорю, а что вы меня поздравляете? Поздравляйте всех моих девочек. Это они, говорю, заслужили. Ай, вот вы мне настроение подняли, девчат. Молодцы, дай бог вам здоровья. Вот, девочки, не перестаю, и мне не стыдно за это. Не стыдно, девочки. Спасибо, мои золотые. Спасибо. Я вам даю слово, что я буду очень стараться, ребята. Видите? Вот так я вас люблю. Вот так. Нежно. Давайте, короче, вот пошинковала капустку. Может, это много? Ну, вы же знаете, ребята, человек большой, сердце большое, душа большая, еда большая. Короче, вот так. Надо это помять чуть-чуть. Ну, чтобы она чуть-чуть такая мягкая, наверное, была. А у меня что-то она такая, как солома. Ой, сейчас столько труда сделаю, ребята, и это все будет бяка, наверное. Но я постараюсь. Девочки, да неплохие у меня это блюдо, да? Но я бы прям не сказала, что шедевры, короче, да? Ох, как люди готовят, ребята. Или это на ютубе, они просто показывают. На самом деле, я же это не пробую, но вид у них был, у этих котлет у нее шикарный. Короче, вот так. Меня поздравляю. Как человеку мало надо, ребята? Что человеку надо, а? Вот. Вы знаете, вот сейчас, если мне кто-то спросит, да, наверное, будете смеяться, конечно, надо мной, я знаю, да, потому что вот это же меня и бесит, моя вот эта дурость, да, иногда такое могу сказать. Короче, вот сейчас мне скажут, да, вот, что ты в этой жизни хочешь? Я скажу, у меня уже все есть. Здоровье для вас. Вот честно, сейчас скажете, да, она... Говорите, думайте. Раз вы так думаете, значит, вы сами такие, понимаете? Не способны. Я бы для вас здоровья и для себя, и для своей семьи попросила бы. Мне больше ничего не надо. Девочки, когда будет 500 тысяч, от души отмечу. Как-то 400 тысяч, это ни туда, ни сюда, как будто как это, да? Как покрытка какая-то, да? Не хочу тоже. Вот, знаете,
500 тысяч будет, такие фейерверки куплю, ребята. И все. И вам посвящу это все. Я вам... Это большие куски, это надо убирать. Не надо было мне такие большие моим курям там. Хочу вам... Вот не знаю, как это... Вот так иногда мне хочется достучаться, да, до человека, да, вот, который вот мне говорит, вот не верю. Знаете почему? Это все люди, это многие люди, многие блогеры виноваты. Потому что играют на этих, на чувствах, ребята, играют на чувствах подписчиков. А это же обидно бывает, понимаете? Не надо играть на чувствах, не надо, ребята. Вот я это говорю блогерам, да, вот. Поэтому же я не хочу дружить с блогерами, ребята. Потому что потом чуть что не так сразу, да, там негатив идет. Не хочу, ребята. Я с вами дружу, и мне хватает. Ай. Я ради чего, Тито, онлайн салада, конкисито. Моя куколка. И, пожалуйста, не трогайте моего ребенка. Не надо. Как вам больно, да, за ваших детей? Мне тоже больно. Что я не родила, я знаю. И не надо мне писать, это не ваша дочка. Я сама разберусь, чья она будет. Это моя, вот и все. Это моя кровинушка, моя доченька, моя радость, мой смысл жизни. Что она, что мой Адам. Смысл моей жизни. Насчет цвета, ребята, нету ни скриншота, ничего. Не знаю, может отправить еще. Наверное, пожмакала хватает, да? Да, оно более мягкое стало, ребята, на самом деле. Ух! Аллах, Аллах. Короче, высыпалось туда. Вот так. Теперь аккуратненько, со всей любовью, эту сковородочку берем, и это сюда. То, что мы поджарили, вот этот лучок, морковку, да, это сюда, ребята. И вот это все надо помешать хорошенечко. Мешайте. Готовьтесь, Наталья Курбанова, и не пожалеете. Сейчас вот это же горячее. Вот это надо вот так ложечкой сделаем. Рукой, конечно. Девчата, я попробовала этот кусок, чуть-чуть горький было. Вот так, ребята. Мешаем. Угу. Вот так. Наверное, сюда... Тут раз я показала, что я завтракала яичницу, да? Девочки, у меня же яйца, это как перепелиные. Они совсем маленькие, они чуть-чуть больше перепелиновых яичек, девчонки. Так что, наверное, вот эти три, это будет как одно яйцо. Наверное, два яйца, значит, шесть вот таких маленьких, шесть яичек я сюда. Сейчас, знаете, что я сделаю? В тарелочку. Сперва помою. Потому что я не знаю. Так. По-моему, яички хорошенечко. Они у меня не грязные. Потому что эти маленькие курочки, такие молодцы, очень аккуратно ставят. Мне яички, девчата. Вот так. Вот так. Вот не могу, ребята, 400 тысяч нас, а? Аллах, Аллах. Какая прелесть. Ничего. Это яйцо, вот такое яйцо, когда вы видели? Вот такое, а? Я впервые хочу его помыть, посмотреть, какое оно. А, здесь и желтка нет, ребята, только белок. Понял, что-то я ему не доверяю, короче, выливаю. Хотя, давайте вот сюда я его вылью. Сюда сейчас я его полоскну. Только белок.
Там такой маленький кусочек желтка был. Ну, совсем маленький. Вот так. Хотя он, у него плохого вида не было. Вот так. Так. Ой, какие желтки хорошие. Машалла. Я же говорю, опять сейчас. Ой, ребята, они дают мне поздравляю. Ко мне мои родственники, я же говорю, не устаю я. Чё хочешь? Тебя видеть хочу, улыбка твою. 400 тысяч. Всё, ладно, давай. Давай, давай. Короче, вот так, ребята, сегодня целый день. Короче, короче, побила я. Давайте похвастаюсь. Вы видите цвет? Посмотрите на это и на это. А? Ай! Вы что думаете, хутор-мутор, что ли? На этих яйцах я и выехала. Короче, это заливается вот так. Вот так. Сейчас будем солить, перчить. Так. Чуть-чуть вот так. И перчить. Сейчас поперчим. Она 100 раз остановилась. 100 раз, ну все равно приятно. Вот, сейчас поперчим. Вот эта девчонка такая жижа была, чуть-чуть такая жидкая. Сейчас что-то... А у меня, может, много капусты, а? Я же говорю, я как всегда сейчас что-нибудь... Так. Вот так. Теперь вот это все, вот этот хутор вот так делается, короче. Так, наверное, уже можно рукой, да? Хотя рукой зачем? Потому что сейчас же, если я рукой начну, там же... Наверное, яиц мало, ребята. Я думаю, что яиц мало. У нее немножко жидковатый он был. Яиц мало на этот. Так, давайте еще яйца. Короче, сейчас еще бухну яйца. Так, еще, наверное, штук 4 вот этих маленьких. Так. Где сказала 4, там и 6. Поняли, да? Так, по-моему. Не поверите, у меня голова кружится. От счастья, ребята. Голова кружится. Честное слово. Так что приходите на котлеты, ребята. Приходите. Приходите. Всех угощу. Я даже яйца не вытерла. Ну ладно. Вот так. Она когда мешала, у нее такая она жидкая. Это как... Вот. Какие яйца маленькие. Но зато какие они... Вот, знаете, вот они маленькие-маленькие, ребята. Так, подождите. Еще 150 этих мне пачкать, что ли. Так, вот так. Так, соль еще надо. На эту и на эти яйца. Вот так. Вот так. Короче, пока готовлю, ночь будет. Вот так. А теперь опять заливаем вот это все. Я одно яйцо забыла. Ну ладно, сюда же. Так, разобьем. Сейчас помешаем. Так, оно. Да, вот чуть-чуть. Да, вот такой какой-то у нее было. О, да, вот консистенция вот такая какая-то у нее была. Вот такая, да, чуть-чуть даже еще жидче была. Но я не думаю, что она молоко не добавляла, только вот это. Вот так. И сейчас надо сюда чуть-чуть муку. Она сказала 3 ложки. Она туда... Да, вот такая у нее была, вот такая жижа была. Знаете, вот такая.
Вот так. Вот так, сейчас муку возьму и муку, и будем делать. Не знаю, муку какую, кукурузную или так. Ой. Так, она где-то 2-3 ложки добавила. Наверное, это для того, чтобы... Муку для чего добавляет? Наверное, для того, чтобы можно было лепить хорошо, удобно, нет? Или манку. Можно было манку, да? А, видите, она еще сочнее стала. Почему? Видать, она вытащила свой этот... Сковородку я уже включила. Я хотела делать на пару. Но она делала на сковородке. Я на пару, чтобы их сделать. А может, они у меня там прилипнут. Поняли, да, как я вам говорю? То, что я сделаю, как она. Вот так. Больше не буду добавлять муки. Вот так. Сковородку мы, короче, включили. Девочки, не слишком она такая жидкая, нет? Ну, наверное, надо оставить, чтобы она набухла, да, чуть-чуть. Взяла себя. Так. Сейчас такая будет у меня канитель, что Майя скажет, что это? Нет? Короче, будем формировать котлеты, ребята. Ну, давайте, что жалеть? Ежи, алла, ежи, ма. Вот так. Я посудомойку поставила и туда эту от этой паровницы туда бухнула, поняли, да? Это постирать поставила. Не постирать, а помыть. Короче, вот так. Это вот так. Стоп, еще курдюк. Девочки, а вы знаете, да, что моя Диана уже в Махачкале? Вот. И знаете, да, что у меня есть одна подписчица, но она уже близкий человек. Мне курдюк передаст. Такой хинкалчик будет. Вот так, это сюда. Вас поближе, чтобы вы увидели, как я конкретно опозорилась. А чё? А чё? Ба! Раз позорюсь, позоримся все вместе. Вот такую сковородку. Она наклёная, горячая. Так. Чуть-чуть растительное масло, оливковое масло. Вот так, чуть-чуть капельки. Вот так, как решеточку сделаю. Вот так. Приготовлю лопатку. Вот такую. Это для шашлычницы вообще лопатка. Вот так, руки мочим. И формируем котлеты. Я так люблю котлеты, ребята, и так редко их делаю. А как их формировать, сейчас посмотрим. А что их там формировать? Вот так клубок делаешь, наверное. И вот так, как можешь, так и ставишь. Вот так. Самое главное, руки мокрые. А знаете, что я забыла? Конечно, будет хутур-мутур. Все, ребята, все. Короче, хутур-мутур получилось. А она же, я поняла, она же варила 2 минуты капусту. Вот, что я забыла. Алла, будут, короче, у меня хрустящие. Ай, позор! Это называется перенервничала. Это называется вот... Вот такая умная у вас. Этот. Ой, хозяйка! Она его варила. Она его это, 2 минуты сварила, вытащила на трушляк. Вот. Все. Так что, если у меня не получится, не буду я ничего писать. Опозорюсь. Вот так. Сейчас попробую эти. Ну, уже все, уже не исправить. А что я?
Ой, позор мне, позор, позор, позор. Сейчас посмотрим, ребята, что получится. Как я могла вот так, а, ребята? Бай, столько труда. Еще, я не умею вас научить. Ага. Короче, вот так, научила я вас. Пипец, как я вас научила. Ай, мои же не знают, что это варить. Они же не видели. Я скажу, это вот так рецепт взяла и все. Вот такой. Я, как мне повезло, что мой муж вообще в этом, в деле кулинарии вообще 0-0-0. Ребята, ребята. Короче, как я могла так лохануться, а? Бах! Что, первый раз, что ли? Это я просто здесь не рассказывала. Сколько раз было, что я лоханулась вот так с едой. Мои куры ели, что у них в ушах трещало. Ну, а мне было на стол сырно поставить. Так что было, было. Много раз было. Ну, ничего страшного. Много раз тоже не могу сказать, но было. Лопатку еще не могла подлиннее взять, по это, да? Нет, 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 девочки, нет у меня. Конечно, есть, подождите. Ой, как я могла вот это забыть, ребята? Ну, вот видите, да, не мой рецепт, да, я никогда его не делала. Вот. Чего мне обманывать, да? Блин, ребята. Сейчас они еще, наверное, прилипнут. Вроде не липнут. Ой, надо ж так лохануться. А сюда же еще и крышку-то не поставишь. Бай, ребята. Бай, вот я опозорилась. Вот я опозорилась, ребята. Сейчас мои заловки будут смотреть. Я все время о них думаю. Ну, озабоченная я, да, наверное. Похвалы, как многие пишут. Я, а красивые получаются. Ну, будут хрустеть. Будут твердые, как. Нет, это, наверное, нельзя будет. Бай. Девочки, у вас когда-нибудь такое было, а? Ну, посмотрите, а вроде бы вид неплохой, но видом же нет, это же надо, чтобы они мягкие были. У меня полкачана осталось, все равно я сделаю сегодня еще раз. Ну, я сейчас вот это попробую. Надо было, может, на пару мне сделать, на пару же там она, наверное, дойдет, или они, наверное, развалятся на пару. Бай. Короче, бай. Вот так, вот. Вот, вот вам хозяйка. Дай Бог каждому. Вот, вот, если иметь жену вот такую, как я, зачем хутур-мутур брать? Берите, как я. Вот такую, которая понтов до хрена, я сейчас сделаю такую вкуснятину. Еще мужу сказала, я такую вкуснятину делаю. Вот, чтоб молчала бы. Все, настроение, ребята, упало. Мой муж, шедевр сделанный. Ну, а что делать? Буду жарить все. Эстеван, берем проба. Бой, парень. Вперед. Сейчас я его красиво поднесу, чтобы он... Дорогой этот. Кабинет, а? Вот какой вид, говорит. Камарито. Что на другой вид? Тома, проба. Бой, алер. Доброе утро, buenas tardes a todos. A mí me tiene que coger para catarro, ¿eh? Sale humo, esto que acaba de salir del fuego. ¿Se ve el humo o no? Sí. Здесь слышу, как она хрустит. No está mal, pero algo raro. Неплохо, говорит, да что-то странное. Como un poco nervioso. Что-то, говорит, она чуть-чуть, говорит, такая, как жилостная. Como que duro. А ver. ¿Qué? Prueba, déjame. Ah. Девочки, это вкусно. No está mal. Está вкусно. Pero está como... Только вот. ¿Qué es lo que lleva? Repollo. ¿Y cómo va, repollo? Repollo está bien, todo bien. ¿Abre usted la boquita otra vez? La energía. ¿Te gusta cómo lo he hecho? Yo he hecho. ¿Está más calentito? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho?
Vamos, si me dicen que así es así, como tiene que ser, pues ya está. Dicho y hecho. Не повторяйте мои ошибок. Сперва сварите. Да, понял.